Здравствуйте, дорогие друзья! Я решила снять еще одно видео про цветы. Ранее я размещала видео о цветах у меня на балконе и получила положительный отзыв от канала Елена «Мои цветочки». Я посмотрела этот канал, и мне очень понравилось, как Елена относится к своим цветам, как к деточкам, за что я ей очень благодарна, что она написала отзыв. И сегодня я свое видео сниму о амаранте, о цветке, который тоже живет у меня на балконе. Ну вот, что из себя представляет растение амаранта. У нее вот такие красочные, замечательные овальные листья. Это растение на балконе живет у нас очень давно, наверное, уже свыше 20 лет. Мы купили, когда еще практически таких растений были редкость. Я зашла в цветочный магазин и не могла оторвать взгляд от этих листочков. И срочно послала детей, чтобы они мне купили этот цветок. Вот сейчас полярная ночь. Всем растениям очень тяжело, ему в том числе. Но скоро полярная ночь пройдет, уже осталось только пару дней. Вот выживала без солнца, как стойкий оловянный солдатик. Все листочки вверх. Хотя по натуре это растение с такой стеблевое, и листья должны спускаться вниз, как практически вот этот листочек. Ну, что оно и делает так летом, свисает. А здесь вот все листочки поднялись вверх. Вот. Оно цветет невзрачным таким цветочком. У нас цвел такой нежно-фиолетовый. Такие были цветочки, как ромашечки такие маленькие. Ну вот. Это растение, культура, тенелюбива. Поэтому ее рекомендуется держать в затененном месте. Но у нас вот она стоит под подоконником. Вроде бы как соответствует, что место у нее такое теневое. Летом это пышный куст такой. Поливать летом нужно много, но а зимой пореже. Вот он, красавец. Всего насчитывается в природе около 50 видов амарантовых таких цветов, но с разными листочками. Я бы советовала такие вот размещать дома. Они очень украшают интерьер и неприхотливы. На этом я заканчиваю обзор этого растения, амаранта. Спасибо за просмотр.